Осенний дождь и зимние холода не смогут испортить отдых. Море хорошего настроения ждет всех горожан и гостей курорта в самом большом в Сочи крытом парке развлечений «Хэппилон». Для яркого отдыха всей семьи тут есть все необходимое. Особо весело в «Хэппилоне», конечно же, детям. Равнодушными их не оставляют аттракционы и интереснейшие игровые аппараты. Здесь весело! Здесь круто! Мы приходим сюда часто, каждую неделю. В свою очередь, «Хэппилон» старается не стоять на месте и постоянно радует своих гостей разнообразными акциями. На сегодняшний день стартовала одна из таких. «Хэппилон» устроит лучший день рождения для победителя. Победитель акции получит сертификат на празднование лучшего дня рождения в нашем парке аттракционов, в который будет входить безлимитное катание на всех аттракционах в течение 2 часов в сопровождении сказочного героя, аквагрим всем гостям, праздничное украшение стола, вкуснейшее угощение от ресторана «Таверна Тортуга» и самое главное – тортик, по старой доброй традиции который вынесет наш дракончик Хэппик. Принять участие в акции могут все желающие в возрасте от 5 лет. Получить код участника можно на сайте patihappilon.com и в кассе парка. Подать заявку на участие нужно до 14 ноября. А уже 15-го парк «Хэппилон» ждет всех участников на розыгрыш призов. Их будут вручать в праздничной атмосфере. За второе и третье место победителям подарят игровые карты номиналом не менее 1500 рублей. Дорогие друзья, 15 ноября в 15:00 волшебная страна «Хэппилон» ждет своих друзей. Мальчишек, девчонок, братьев, сестер, мам, пап, бабушек и дедушек на грандиозный праздник «День именинника». Вас ждет море веселья, конкурсы, зажигательные танцы и очень много подарков, главный из которых – лучший день рождения в парке «Хэппилон». Галина Моисеева, Игорь Крыпа, Демид Даниловский, телекомпания «ВКТ».